Добрейше тебе времени суток. Сейчас в Москве у меня 28-29 градусов жары. Лягушка выдает безумные, практически там под 50 градусов. Я дверь открыл, видишь, как бы немножко еще оно освежилось, было еще больше. Вот, думал я делать канальные вентиляторы в окно, но по предыдущему ролику много отписались ребят, что лучше будет взять осевики. Вот пошел купил осевики, вот такие две штуки. Сейчас буду на стену крепить, попробую продуть помещение, посмотрим, что получится. Самому интересно, еще не знаю. Вот такие вентиляторы купил в Леруа Мерлен по 2200 рублей где-то примерно. В общем, вот так он выглядит. Вот, были помощнее, но не знаю. Я посмотрел, они там у них на стенде стояли, дули они хорошо. И мне кажется, что должно хватить. Если, конечно, не хватит, придется докупать. Но у меня вот запас еще такой стоит со времен балкона, как бы. Еще и его пихну. Кушают они что, 120 ватт каждый. То есть 2 на 240. Надеюсь, что хватит. Я их решил пока временно просто тут из коробок собрать что-то. И вот на такой высоте поставить. Вообще в идеале где-то вот на этой высоте поставить, чтобы они как бы вверх не могли продувать. Но я, наверное, верхний чуть пониже опущу. Короче, я пошел крепить, а ты жди, у тебя пару секунд пройдет. Короче, смотри, прошло 2 дня. Да, просто вентилятор я поставил, ничего не помогло. Пришлось что сделать? Пошел в Леруа, купил еще один такой стеллаж. Здесь 2, помнишь, они стояли рядом. Пришлось переставить один за другой. То есть теперь это стоит вот так. Да, этот рик чуть опустил, мониторы пока сюда временно поставил. Поставил вот тут 2 вентилятора Леруа Мерленовские. Они, получается, выдувают туда, в сторону улицы. Осевики, они мощные. То есть, видишь, да, провода шевелятся реально. И вот эта штука, она как бы туда уходит от ветра, видишь? Даже отлетает там вот этот верхний кусок. И один вот сюда. И, получается, теперь на лягушке имею 29-30 градусов. 47, помнишь, да, в начале ролика? То есть, получается, температуру сбил. Именно вот таким вот способом. На дым смотри, что происходит. Как показать, не знаю. Даже дыма не видно. Видишь, такой ветер, что даже дым не идет. Вот. И как все вылетает. Реально в помещении сейчас такой, знаешь, сквозняк. Вон, смотри, вон туда наверх, видишь? Все, все выходит как бы. Так что, в принципе, на данном этапе, с учетом того, что на улице плюс 30, я доволен. Я доволен тем, что получилось. Правда, пришлось потрудиться, вот это все переставлять, мучить целый геморрой. Ну да ладно, как говорится, главное, что не за даром. Самое главное, это не показал температура карт. 55 градусов, вот одна. Вторая карта 56. Третья карта 57. Четвертая 57. Ну то есть вот как-то так, да? Осевики, они реально решают. То есть делай выводы. А вот. И в Леруа мне тоже сказали, что вот эти вот, которые в окно ставятся, да? Которые вытягивают. Они как бы не справятся с такой мощностью, лучше брать осевики. То есть спасибо тем, кто в предыдущем ролике именно посоветовали вот такой вариант с вентиляторами. Если не будет хватать, туда еще один пихну. И если не будет хватать, еще туда могу один пихнуть. По охлаждению проблему решил, поэтому в принципе все. Подписывайся на канал, дальше будем другие проблемы решать. Всего доброго, пока-пока.